13 апреля 24 года. Мы находимся в парке Горького, Одесса. Звучит тревога. Только приехали прогуляться и сразу дали, видите, опять не дают нам покоя. Видите, тревога орет. Тревога, ребятки, надо куда-то бежать. Куда тут бежать? Тревога, ребят. Уже люди привыкли, никто уже никуда не хочет бежать. Опасно, ребятки, надо убегать.